Парк воинской славы в Павлодаре пополнился новым экспонатом. В военном музее под открытым небом появилась легендарная полуторка. Грузовик времен Второй мировой войны марки «Урал-ЗИС-6», выпущенный в 1943 году, пригнали сюда своим ходом. Раритет долго находился в неисправном состоянии во дворце историко-краеведческого музея имени Потанина. Пока за него не взялись инженеры и машиностроители машиностроительного факультета. Они отремонтировали автомобиль. Сюда также привезли дивизионную пушку образца 1942 года. Этим орудием в победоносном 44-м командовал герой Советского Союза Махмед Каирбаев. Оружие победы преодолело 2000 километров по полям сражений, произвело больше 1000 выстрелов по врагу. В 1992 году ее привезли в Павлодар как музейный экспонат. Посмотрите, только снаряд этой пушки весит 10-15 килограммов, а сколько их пришлось подавать к орудиям. Это какое мужество и силу воли нужно было иметь, чтобы вести безостановочный огонь по фашистским танкам. Герой Советского Союза Серикбай Муткенов из такого же орудия до последнего вздоха удерживал позиции от вражеских атак.